Помпа течения для аквариумов, фирма Рисун, модель Wave Maker Waver 4000. Помпа с прокачкой 4000 литров в час, для аквариумов 120-200 литров. Фирма Рисун, одни из как бы самых лучших китайских производителей. Помпа с ротором, мотор внутри, крепление на присосках к стеклу. Шнур длинный, 1,8 либо 2 метра. Помпа небольшая, компактная и по производительности достаточно хорошая. Не тяжелая, хорошая помпа для аквариума.